Я включила камеру. На что я смотрю? Первое, что идет. Вообще ничего. А ну абстрагируйся. Ну выйди из чего ты делала. Я что-то держу в руках, то есть оно все равно какую-то энергию несет. Значит, ты не вышла из предыдущей. Ты что, рисовала? Mm-hmm. Выйди как из комнаты, из своего этого, ты уже видела, оно никуда не потеряется. И зайди вот в новую энергию. Что я, на что я смотрю? Камера на что набрала? Первая ассоциация или энергию, может, ярко-желтое дерево. И все. Это так ты не хочешь просто смотреть или что? А, ну хорошо, и что это ярко-желтое дерево дает? Да, отвлекись ты от своего рисунка. Хорошо, если я тебе скажу, что это что-то твое. Ну, это тебе будет принадлежать. Ну посмотри, что это. Ключик пурга. Ну, полуключик полупурга. Угу. Можешь подойти. Что это? Кошка. Ну нагнись. Смотри, я начала лепить головку и сразу два глаза образовалось. Я их не стала заглаживать. Ты же ее постоянно с двумя глазами рисуешь. Забирай свою Мию, она еще теплая. Ну, это что, желтое дерево или как-то по-другому? На что оно похоже, когда ты смотришь? Такое? Обычно желтый подзимает. А, ну все равно желтый. Но она тепленькая еще. Похоже на Мию?